Добрый вечер. Записываю для вас обзор на iPhone 11 64 гигабайта. Телефон внешне в хорошем состоянии. На экране присутствует незначительная царапинка. По корпусу идеальный. Потертостей видимых нету. Задняя крышка также в идеальном состоянии. Так, проверим. Вот, пожалуйста, RST. Все хорошо, на 64. Дальше идем аккумулятор. Состояние аккумулятора 100%. Так, дальше Face ID. Все работает. Вступить. Все хорошо работает. Так, камера. Основная камера работает. Фронтальная тоже все хорошо работает. Так. Я вас вообще не слышу. У вас телефон далеке. Фонарик. Все работает. Кнопки. Беззвучный режим. Работает. Кнопка увеличения громкости есть. Уменьшение громкости есть. Все хорошо. Так, Wi-Fi. Я понял. А вам сразу сказали, до какого? Так, зайдем на YouTube. Сейчас я понял вас, сейчас кассир освободится, я вам трубку передам, вы там с ней обсудите. Проверить звук сразу же. Даже что-то очень маленькое всегда может сделать свой вклад в счастье. Все хорошо работает. На данном телефоне стоит iOS 15, то есть обновлять уже не надо. Все обновлено до последней версии. Все работает хорошо. В комплекте к данному телефону идет коробка. Зарядная. И документы небольшие. Чека в комплекте нет. Данный телефон вы можете приобрести у нас на сайте, либо по адресу Новаторов 75.